11, 12 и 13 ноября в столичной спортивной школе «Спартак» спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата продолжат выяснение отношений в борьбе за Кубок России по бадминтону. 11 и 12 ноября в спортивном комплексе Чувашского госуниверситета команда ЧГУ «Атланта» в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд принимает коллег из Челябинской области. 12 ноября в поселке Урмары пройдет традиционный республиканский турнир по самбо. 12 ноября в специализированном зале спортшколы «Спартак» город Чебоксары пройдет чемпионат и первенство республики по киокушин. 13 ноября в специализированном зале спортшколы «Спартак» пройдет Кубок Чувашии по дзюдо.